Самое длинное путешествие на лодке из тыквы. Посмотрим. 42-летний Том Сэндерстам проплыл вдоль реки Тонтон, юго-запад Англии, на лодке из тыквы. Такое достижение помогло ему побить рекорд Гиннесса. Он самостоятельно вырезал лодку из тыквы, которая весила более 400 килограмм. Столь необычную лодку спустили на кране, после чего энтузиаст проплыл как минимум 5,5 километров, чего было достаточно для установки рекорда. Он проплыл на тыкве, практически не внося в нее никаких изменений. Естественно, что в лодке из тыквы также не было мотора. Огромная тыква была выращена и подарена Тодду одним мужчиной из города Плимут. В интервью газете Тодд также рассказал, что постановка рекорда была всего лишь его второстепенной целью. Основным мотивом его поступка было привлечение интереса детей к сельскому хозяйству, а также внимание общественности к аграрной индустрии. Можно смело предположить, что лодка из тыквы войдет в историю самых необычных лодок в мире. Среди других странных лодок можно отметить прозрачную лодку, а также лодку, сделанную в форме гитары. На сегодня все. Спасибо за просмотр. Надеюсь, видео вам понравилось и было интересным. Не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал, чтобы не пропустить самое интересное. Всем удачи и пока!